При корректировке бюджета мы запланировали суммы, прежде всего, для обеспечения проведения работ по благоустройству по первому кладбищу. И это только начало этих работ. Разработана комплексная программа восстановления и благоустройства территории всех кладбищ. Эта работа включает и опиливание деревьев, и восстановление дренажной системы, и обустройство дорожек, и благоустройство территории. Но нужно понимать, что одномоментно навести порядок на всех кладбищах мы не сможем. У нас просто таких ресурсов пока нет в городском бюджете. Эта программа рассчитана на 3 года. 2013, 2014, 2015 год. Постепенно все кладбища мы приведем в порядок.